Привет, малыши! На что вы смотрите? Ого! Какая прекрасная рождественская ель! Какая ты молодец, Кэрри! Ель выглядит просто фантастически! Твоим гостям она точно понравится! Все верно, под ней еще будут подарки! Санта передал их Пенни! Она уже везет их сюда! Ждете подарков с нетерпением, малыши? Здравствуй, Пенни! Ты везешь новогодние подарки на праздничный вечер к Пенни? О, нет! Что это за звук? Что-то случилось? Катастрофа, Пенни! Дверь грузового отсека открылась! О, нет! Подарки! Что же нам теперь делать? Карл, скорее, Пенни в беде! Ей нужна помощь супергрузовика! Смотри-ка, супергрузовик Пенни вон там. Не волнуйся, Пенни, супергрузовик уже здесь. Супергрузовик Пенни везла подарки от Санты к праздничному ужину, который устраивает Кэрри. Но они все выпали через заднюю дверь. Да, это ужасно. Гости так ждут этих подарков. Тебе нужно найти их и отвезти на праздник вовремя. Давай же, супергрузовик, трансформируйся. Скорее, супергрузовик, вечеринка скоро начнется. Ты уверен, что хорошей идеей было превратиться в мусоровоз? Ну ладно, если ты так считаешь. Хотя мне кажется, что гоночная машина была бы лучшим выбором. Это не подарок ли там? Да, позади тебя. Скорее, супергрузовик, собирай подарки в кузов и поехали. Тебе нужно найти остальные. Ура! Осталось найти еще один. Давай-ка посмотрим в парке. Ты видишь подарок, супергрузовик? Ты уверен, что не видишь его? Посмотри-ка сзади. Вот же он, на ветке. Но как же нам его достать, супергрузовик? Так не получится, супергрузовик. Нет, это тоже не сработает. Тебе нужно воспользоваться СТ-3000. Превосходная идея, супергрузовик. Супергрузовик, не время для веселья. Вечеринка вот-вот начнется. Давай скорее возьмем все подарки и поедем туда. Замечательно! А теперь отправляемся к Кэрри на праздник. Не переживай, Кэрри. Супергрузовик скоро приедет. О-хо-хо! А вот и супергрузовик с подарками. Все вели себя очень хорошо весь этот год, поэтому все получают подарки. Счастливого Рождества, ребята!
Привет, Пенни! Вижу, ты нашла другой способ выгрузить эти посылки. Ха-ха, здорово! Отличная работа, Карл! Эта игра напоминает мне Тетрис. Ты знаешь такую компьютерную игру? Упс, я не думал, что такое может случиться. Вам стоит быть внимательнее, друзья. Кажется, кто-то в беде. Малыши переоделись во мстителей и играли около канала. Мост начали разводить, чтобы пропустить Бобби, а малыши решили перепрыгнуть через него. К сожалению, это все плохо закончилось, и малыши застряли на плоту, который тянул за собой Бобби. А самого Бобби ударил молоток, и он потерял сознание. Верно, супергрузовик, нам нужно поскорее их всех спасти. Что такое, супергрузовик? Ты не можешь отсюда им помочь? Тебе нужно в воду? Что ты собираешься теперь делать, супергрузовик? Ты будешь ловить малышей своей сетью? Посмотрим, сработает ли это. Превосходно! Малыши, просто следуйте за супергрузовиком вдоль канала. О, нет! Магнит застрял в сети. Мы не можем позволить малышам упасть в воду, супергрузовик. Они же не умеют плавать. Вы в порядке, малыши? Хе-хе, кажется, это вам даже понравилось, правда? О, нет! Ты говоришь, что если мы не остановим Бобби вовремя, его унесет в открытое море? Этого не должно случиться! О, нет! Не сработало! Бобби слишком большой для твоей сети, супергрузовик! У тебя появилась идея? Пора воспользоваться СТ-3000! Телекинетический луч — то, что нужно! Используй его, чтобы остановить Бобби! Бобби очень тяжелый! Давай, супергрузовик, тяни сильнее! Вы хотите помочь супергрузовику? О, вы же мстители! Ну, конечно! О, нет! Супергрузовик совсем вымотался. Бобби, очнись! Тебя несет в море! Да, все вместе мы это сделали! Теперь Бобби и супергрузовик в безопасности! Молодцы, ребята! Супергрузовик прав. Малыши, в следующий раз подумайте дважды перед тем, как вытворить что-то подобное. Должен сказать, что ваши костюмы просто отличные. Я впечатлен.
Привет, малыш Рокки. Что ты тянешь за собой? О, ты сделал это ко дню отца? Какая замечательная идея, малыш Рокки. Ты такой талантливый. О, нет. Малыш Рокки, у тебя что-то не так с двигателем. Ой-ой, малыш Рокки потерял управление. Нам нужно позвать на помощь. Здравствуй, Карл, у нас чрезвычайная ситуация. Малыш Рокки совершал тестовый полет с подарком для своего папы и внезапно потерял управление и упал где-то в автомобильном городе. Нам нужно найти его и проверить, все ли с ним хорошо. Ты поможешь, Карл? Что это, супергрузовик? Ты полагаешь, что мы сможем найти малыша Рокки по этим обрывкам бумаги? Отличная мысль, детектив. Идеально! Вот и все, больше обрывков бумаги нет. Смотри-ка, супергрузовик, это же баннер малыша Рокки, который он тянул за собой по воздуху. Но где же он сам? Что это было? Гляди, супергрузовик, это же малыш Рокки! Малыш Рокки, как ты попал в этот бак? Ты упал прямо в него? Нам нужно снять его с этого фонаря, супергрузовик. Сможешь? Слишком высоко, супергрузовик. Нам нужно что-то, что сможет добраться наверх и распутать баннер. Какое приспособление ты выберешь, супергрузовик? Да! Вперед, супергрузовик! Не в ту сторону, супергрузовик! Давай же, супергрузовик, ты сможешь! Да! Не переживай, малыш Рокки. Супергрузовик поможет тебе починить баннер. Ну-ка, Рокки, супергрузовик хочет тебе показать кое-что важное. Не волнуйся, Рокки, оно того стоит. Итак, Рокки, поворачивайся. Давай, малыш Рокки. Это для тебя, Рокки. Подарок в честь Дня Отца. Ты, должно быть, очень гордишься своим сыном. Молодец, супергрузовик, ты снова всех выручил. Интересно, какие приключения ждут нас в следующий раз? Эй, Джерри, пытаешься побить скоростной рекорд? Привет, Эдна. Похоже, у тебя сегодня непростая работа. Это для какого-то особого случая?
Понятно. Тогда тебе стоит вернуться к работе. Ой-ой, что-то не так. Из-за того, что Эдна копает, обрушается потолок туннеля. Джерри, тебе нужно остановиться. Эдна, остановись, туннель сейчас обрушится, а Джерри внутри. О, нет. Карл, Джерри в беде. Туннель заблокирован. В кого тебе нужно трансформироваться, Карл, чтобы попасть внутрь? Джерри, супергрузовик приехал к тебе на помощь. Ты что-то слышишь? Камни повредили трубу, когда падали. Супергрузовик, тебе нужно действовать быстро. Поторопись, супергрузовик! Вперед! Что происходит? Осторожно! О, нет, поток направляется в вашу сторону. Нужно использовать особое устройство. СТ-3000. Лазер? Потрясающе! Молодец, супергрузовик! Ты заморозил воду! Что ж, наслаждайтесь катанием, ребята! До новых встреч! Что это, Карл? Это призрак? О, вот это же Марли и его воздушный змей-призрак. Ох-ох, не волнуйся, Марли. Мы починим твоего змея. Карл, кому-то нужна твоя помощь. Вперед, супергрузовик!
Бен рассказывал детям страшную историю, когда из лабиринта раздался странный звук. Бен пошел проверять, что это было. Малыши последовали за ним. Затем кто-то или что-то заблокировало выход из лабиринта. Бен и дети испугались. Карл, тебе нужно помочь им выбраться. О нет, там призрак! Бен с малышами оказались в ловушке внутри лабиринта и не могут выбраться из него. Сделай что-нибудь, супергрузовик! Да, слишком тяжело даже для тебя, супергрузовик. О нет, нашим друзьям нужна помощь! Быстрее, Карл! В кого ты будешь трансформироваться, супергрузовик? Суперперевозчик? Ха, теперь ты намного сильнее. Отличная работа. О, нет, призрак. Супергрузовик, ты где? Быстрей, малыши, заезжайте скорее на платформу. Давайте же выбираться отсюда. О, нет. Эти стога сена слишком тяжелые даже для вас обоих. Что вы собираетесь предпринять? Ой-ой-ой, призрак уже здесь. Супергрузовик, ты должен сделать что-нибудь, чтобы спасти детей. Что? Карл, у тебя есть идея? СТ-3000? Точно! Путь открыт, супергрузовик. Да. А теперь посмотрим, кто этот призрак на самом деле. Дэн? Это был ты все это время? Малыши, у нас есть сюрприз для вас на Хэллоуин. Вы готовы? Ха-ха, счастливого Хэллоуина! Молодец, супергрузовик! Увидимся в следующий раз, друзья! Сегодня день спорта в автомобильном городе. Ух ты, превосходный бросок, Эдна! Упс, это должно быть больно. О, нет. Джерри, что случилось? Мяч повредил твою электрику? И ты не можешь остановиться? О, нет. Эй, ребята, как здорово вы танцуете. А можно я украду у вас Карла ненадолго? Карл, Джерри потерял управление в парке. Он не может остановиться и, кажется, скоро куда-нибудь врежется.
Ну, что думаешь, супергрузовик? Правильно, нужно что-то, что здесь сможет проехать. Что-то для бездорожья, верно? Джерри, супергрузовик приехал к тебе на помощь. Супергрузовик, тебе нужно его остановить. Как ты думаешь остановить Джерри? Ты обгонишь его и нажмешь на тормоза? Хорошая мысль. Он едет так быстро! Супергрузовик, тебе нужно поехать за ним! Джерри, впереди разведенный мост. Тебе нельзя туда ехать. Что? Ты не можешь повернуть колеса? Супергрузовик, сделай что-нибудь. Джерри сейчас врежется в мост. Супергрузовик, что ты делаешь? Ты не туда едешь. Ты собираешься использовать подушку безопасности, чтобы поймать его на другой стороне? Должно сработать. Да, Джерри, ты в порядке. Но твои колеса все еще крутятся. Как же нам тебя остановить? Ух ты! Похоже, получилось починить. Я рад, что ты теперь в норме. Спасибо, что спас его, Карл. И благодарим тебя, Уолтер, за то, что починил его. Даже если и не специально. Эй, Джерри, все починил? Что ж, хорошего дня, друзья. Повеселитесь на празднике спорта. Привет, Джерри. Пытаешься побить рекорд скорости? Ничего страшного, что ты не такой быстрый, Бен. Зато ты умеешь делать много других полезных вещей. Ты хочешь еще одну гонку? Да. Бен, что это? Ты взял энергетическую установку из городской ратуши? Она не предназначена для тебя, Бен. Это опасно. Сними ее. О, нет. Карл, у нас проблема. Бен взял энергетическую установку и теперь не может остановиться. Она слишком мощная для него.
Карл, Бен едет слишком быстро. В кого ты трансформируешься, чтобы поймать его? Осторожно, супергрузовик! Карл, тебе нужно остановить его любой ценой. Он едет прямо на разведенный мост. Он упадет в канал. Бен, берегись! Мост разведен! Карл, тебе нужна помощь. Воспользуйся СТ-3000. Наними. Это Люк, здорово! Без паники, Бен, Карл тянет тебя обратно, так что ты не успеешь доехать до моста. Фух, и мост как раз закрылся. Ой-ой, сделай что-нибудь, супергрузовик. Ого, берегись! Вот это да! Почему? Капа! Ух ты! Хорошее приземление! Теперь ты в безопасности, Бен. Спасибо тебе, супергрузовик. Ты спас этот город.